ладно, Илюша, сейчас 3 года пройдет, и в Игнеров пойдешь. Да ну да что, пойдешь. Мне в Игнеров. США пойду, США пойду. Чего-то привезешь мне кучу кителей, чью-то голову. Мне Лиски показывала, как в Игнерах, короче, голову отрезали мужику. Ну и как, ей понравилось? Лиски? Не знаю. Тебе понравилось? Ну, ты тоже живешь, все нормально. А, ну, то есть, ну, наш человек, да? Да. Ты мне нашивочки привезешь? Украинские? Да. У меня есть парочка. В смысле, а где у всех убитых тел? Так они это и есть. Прям с убитых? Да. У нас будут нашивки с убитых тел. Еще там есть пара фамилий. И пара фамилий. Ура! Я всех на кикле начинаю. Где мои берцы с убитого тела? Ну, берец с убитого тела пока нету. Ищи. Где какой-нибудь китель? Да они, в принципе, есть. Ну, хохлядки китель. Ладно, разберемся. Илюша, я хочу китель и хохлядки, не устроили с тобой ролевые игры. Мне как бы сейчас просто с этой все остальное. Илюша, без кителя ты не можешь ски. Как ролевые игры? Ты можешь еще трусы снять с мертвого хохла.